Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал заработка в интернете. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новинка, новый букс без вложений. Так, подождите, путалась. Значит, по сбору догов, АДС доги. Значит, регистрация здесь простая. Значит, вводите Dogecoin адрес. Так. Нет, email адрес, Dogecoin адрес, пароль, нажимаете sign up. Я же зайду. Так. Сейчас зайду. Захожу в режиме инкогнито, потому что из-за капчи мне не пройти капчу. Заходим в кабинет. Я зашла сюда вчера. Уже поздно вечером зарегистрировалась. Значит, у меня сейчас 0.35 догов. Так вот наш кабинет выглядит изнутри. Значит, здесь вкладочка WinDRAF, вывод. Значит, что у нас здесь? Так. Давайте переведем на русский, написан. Так. Адрес, переименовать адрес, если... Так. Ваш вывод будет обработан в течение 3 рабочих дней с даты запроса. Значит, минимальный вывод вроде бы здесь 100 догов. Так, показать оригинал опять. Так, WinDRAF. Здесь реферальная ссылочка. Поделиться в соцсетях. Далее. Валет, это если поменять адрес. Так вот здесь языки, английский, можно поставить русский флажок. Далее идет что у нас? Серфинг сайтов. Значит, так. Пожалуйста, выберите два одинаковых изображения. И начинаем. Нам начисляют за каждый клейм 0.07 догов на 15 секунд. Так, нажимаем начать. Нас перебрасывает на страничку. И пошел отсчет времени. Возвращаясь на страничку, вот идет секунды. Так, вы заработали 0.7. Опять. Начать. И вот таким вот образом мы просматриваем рекламку. Идут секунды. Нам начислено 0.07. Так, ничего, посмотри в данный момент. Попробуйте позже. Ну, позже так позже. Так, заработать серфинг. В активном окне. Нечего смотреть пока. Последний. Так, автосерфинг есть. Ага, это, подождите, это заработать, а это рекламодателем. Здесь можно рекламировать свои проекты также. Значит, последние выплаты. Что у нас здесь? Вот два вывода есть. Значит, далее что еще есть? Чат, такой вот мини-чат. Можно общаться. Все на иностранном. Так, далее что? Ну, в принципе, все такое. Кому интересно, пользуемся. Будем зарабатывать. Вывод будем проверять, когда что будет. Ну, значит, здесь вкладочка «Вывести». Реферальная программа я вам показала. Смена кошелька, если нужно будет. Значит, здесь «Заработать», «Серфинг», «Серфинг», так, «Автосерфинг». Так, рекламодатели
можно свои проекты, как я уже сказала, рекламировать. Здесь вкладочка «Пополнить». Это для того, чтобы рекламировать свои проекты. Ну, в принципе, и все. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.